Мы идем к птицам. Мы идем к птицам. Тут очень такой приятный аромат. Я думала, тут не особо он будет. И тут можно трогать, щупать. Они сколько птиц, они вас сами трогают. Да? Как-то вот напрямую. Это как? О, ёлка какая пернатая. Смотрите, да? Да, бегает. Антон, возьмите вот эти яблочки, и он будет у вас сидеть. Ой, как классно. Такие лапки маленькие у него. Держит. А, и тесели. Ты там чего это? Отсюда. Ко мне сел. Ты думаешь, я съедобная? Он нашел жердочку. Ну, привет. Ну, привет, привет. Вот, заберите его, пожалуйста. Уселся мне прямо на камеру. И сидит там. Но они вообще ручные, они ручные. Их бы только кормили. Ой, мама. Они оттуда еще и капают. Не пойди путь, ты на ноги. На шляпе удобные. Антон, мы сфоткай, ну ё-моё. О. Ну давай фоткай, бегом. Бегом, фоткай. Они дерутся еще на моей руке. Так, здесь, мадам. Самое прикольное, это которое на голове тесто. Папа, не накакали они? Ты посмотри, что они. Убери у меня с головы птицу, я боюсь, что она мне навалит. Вот и нет.